Фестиваль «Январские музыкальные вечера» в 2018 году поднимет свой занавес для ценителей классической музыки вот уже в 30-й раз. Сегодня это одно из ведущих культурных событий Беларуси. Форум искусства ежегодно собирает в областном центре мэтров классической музыки со всего мира. 30-й юбилейный фестиваль станет своеобразным катализатором всего лучшего, что прозвучало на брестской сцене за 3 десятилетия. Уровень остается, но для меня уровень Бреста я научила все время подавать мировых звезд новые и новые фамилии, понимаете? А 30-й я имела в виду, что кто запомнился, кто полюбился, он обязан был на 30-м, потому что много раз были, а на юбилейном не пригласить. И я сочла нужным. И это действительно лучшее из лучших. Всего юбилейный форум объединит более 500 музыкантов из 14 стран мира. Кто-то из артистов для Бреста постоянный и весьма почетный гость. Кто-то на сцене областного центра дебютант. Однако все приглашенные музыканты – уважаемые и известные широкому кругу слушателей. Откроют фестивальную программу 8 января президентский симфонический оркестр Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина. На протяжении нескольких музыкальных дней брещане смогут вживую услышать выступления профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Веры Носиной, королеву джаза Лориан Браун и джазмена Гарри Гудмана, камерный оркестр Кантабили и многих других. Данные мероприятия будут проводиться у нас с 8 по 12 января. Открытие данного фестиваля у нас будет проходить 9 января. Всего в программе 30-го юбилейного фестиваля 5 вечеров. В продажу билеты поступили 1 ноября. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».